Срочно продается. Готовая производственная база общей площадью 16 гектар. Территория базы полностью забетонирована. Имеется 8 строений общей площадью 1375 квадратных метров. Собственное водоснабжение, подведено электричество, газ. На территории железнодорожные пути для погрузки и выгрузки сухих, а также сыпучих грузов. Выгодное расположение. Рядом проходит автомобильная трасса Стерлитамак и Шамбай-Салават. А до грузовой проходной завода «Газпром» Нефтехим-Салават всего 16 километров. База находится в Стерлитамакском районе. Поселок Васильевка, улица Восточная, дом 11. По всем вопросам звоните 8 987 478 46 16.